Таксопарк «Такси Хайп» лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Добрый день. Обводный канал, да, у вас? Да, все верно. Пристегнетесь? Да, конечно. Я вообще в шоке. Этот козел подарил мне фейковый Гуччи в пакете ДЛТ. Ты прикинь, полтора месяца. Просто коту под хвост. Я в шоке. Он думал, что он мне подарит это. И я такая дурочка наивная взяла и повелась. Я вообще в шоке. Ну, не урод, нет. Да я вообще даже думать не буду, я вообще даже вспоминать о нем не хочу. Я просто в шоке. Я сегодня так офигела, когда открыла то, что он мне подарил. Это надо? Я вообще не знаю. Вообще такие мужики вообще. Что вообще происходит? Что с мужчинами? Почему они думают, что мы такие дурочки и ведемся на фейковые вещи? Просто не... Да никуда он не приглашал, он мне подарил и думал, что хоп, мы сейчас поедем к нему. И я такая вообще дурочка повелась и такая вся довольная. Ага, конечно. Да откуда у него такие деньги, если он даже фейковый Гуччи вам мне подарил? Вообще, я в шоке, я просто, кому рассказать, это анекдот. Это вообще позор, это просто. Да, я уже все, я ему сказала до свидания и ушла. Я просто охренела. Вообще не знаю, он такие слова говорил, такие... Я вообще просто... Да, в итоге оказался вот просто... Да ладно. Просто жалко, полтора месяца жалко, времени жалко. Просто убила, потратила столько времени, а в итоге на тебе подарок получила. Паленку и пакетик. Да. Спасибо, что ты меня поддерживаешь. Все, давай, целую тебя, давай, пока. Сегодня в шоке, вы, наверное, слышали мой разговор. Наверное, да. Вот мне вот интересно. А вы бы подарили своей девушке фейковый Гуччи? Или вообще какую-нибудь вещь не настоящего качества? Честно? Да, конечно, мне интересно, честно знать. Я нет. Но я знаю таких людей, которые так делают. Но я нет. Настоящий мужчина. Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Да? Да. Серьезно? Ну, не то, что вот есть такие мужчины, которые так вот поступают. А что вы делаете сегодня вечером? Сегодня вечером я работаю. Вообще работал. Работать планировал. Мы бы могли куда-нибудь сходить. Куда-нибудь сходить? Поужинать. Поужинать? Кофе попить, пообщаться. Ну, могли бы, да, наверное. Только единственное, у меня с Наликом сейчас проблемы, скажем.
ну, вообще с деньгами. Они только завтра ко мне придут. Вот, и если вы заплатите сегодня, то я вам завтра могу днем перевести деньги за ресторан. Так ничего же страшного. Ну? Абсолютно ничего. Прекрасно. Мы же можем завтра встретиться. Это фиаско, братан. Перенесем встречу нашу на завтра, давайте. Я завтра немного занят. Голову мою. Реально сейчас? Для этого так шутите? Типа да. Мы подъехали. У вас безнал. Да, понятно. Всего хорошего. Все вы мужики одинаковые. Ну да, наверное, так и есть. Все мы мужики одинаковые. Все мы мужики одинаковые. Все абсолютно. Абсолютно все. Не хотим дарить оригинальные Гуччи, блядь. Не хотим вестись на меркантильных красавиц. И, соответственно, не хотим быть настоящими мужчинами. Я на самом деле, вот расскажите мне, я знаю людей, прям знаю, из первых рук, которые злоупотребляют вот такими родом, такого родом подарками. Когда дарят фейковые украшения, ну, цыганское золото, да? Когда дарят фейковые вещи, да? Вот, то есть человек позиционирует себя как материально обеспеченный, ездит на хорошей тачке, все. Ну, не хочет просто тратиться для того, чтобы отшпилить какую-нибудь очередную там финтифлюшку. Вот. И дарят просто вот, может, не говно, может, хорошего качества, ну, такое приговненное. А эти-то все, они же разбираются во всех этих брендах, шмендах, вот. Их, конечно, развести тяжеловато, но, в принципе, можно, да, потому что, когда тебе делает подарок чувак, который ездит на Мазерате, там, да, ты... никогда и не поймешь, да, что он там тебе вдруг может подарить какую-нибудь шляпу, да. А тебе дарят золотую цепочку, например, да, ты идешь в душ, моешься, а выходишь вся зеленая. Потому что это, блядь, крашеная медь. Ну, такие истории, да. Поэтому, девчонки, если вам дарят, то идите в душ до секса. Потому что после уже будет поздно метаться. Все произойдет уже. До любви. Вот. И... и что, пишите, у кого есть такие истории, или кто сам из вас так злоупотребляет, кто дарит дешманские вещи под видом, ну, блин, реально дорогих вещей. Ну, я, конечно, так ни разу не делал, не знаю, буду ли я так делать, пока, конечно, мне ни к чему, ну, а вы пишите, очень интересно. И есть еще такой момент, когда же все-таки произойдет... Когда же произойдет уже ситуация в современном мире, когда все бабки уйдут на второй план, и подарки, и айфоны, и шмайфоны, и все остальное. Здесь немножко философии и лирики. Очень нужно понять, когда это произойдет, потому что очень сильно переживаешь за своих детей. Ну, вот у меня, по крайней мере, такая история, да, у меня две девочки. И мир, конечно, становится с ног на голову, и по крайней мере, в нашей стране замечательный. Тенденция крайне хреновая, скажем так, да? Вот. И я могу понять, почему, из-за чего это складывается. Потому что у нас до сих пор, к сожалению, людей оценивают именно по материальному положению. Но это правда. У нас практически все кружки, ну, я имею в виду кружки, да, социальные кружки, они строятся по принципу дохода. Ну, это так и есть, да? То есть победнее люди в одной кучке, побогаче там в другой кучке, самые богатые в третьей кучке. Возможно, я не прав. Возможно, и в мире такое происходит, но мне кажется, что это немного все-таки в нашей стране. Ладно, не буду вам морочить голову. Пишите, кто злоупотребляет фейковыми моментами. Вот. Тем друзьям, которые это делают, могу сказать, все на вашей совести. И, наверное, если девушка рассчитывает именно на хорошие, дорогие подарки, чтобы ответить взаимностью, наверное, это справедливо. Да, вот таким вот образом их немножко
обманывать. Чуть-чуть. Пишите. Ребят, напоминаю про этот полезный видос, благодаря которому вы сможете поднимать хорошие суммы каждый день по новой схеме онлайн-игры. Рекомендую, пока это работает. Переходите сюда и смотрите, пока метод еще работает. Всем спасибо, всем пока!